Привет, девчата, привет, парни. Респект вам всем и уважуха, да? С наступающими вас праздниками, весенними, такими февральско-мартовскими. Сегодня я поговорю с вами, такой будет большой видеоролик, вот касательно вот этой схемы. И здесь я показывал вам о том, что несколько уровней имеется. Высокий уровень, который часто такой на слуху в литературе, в интернете, везде, это слово такое забитое, затертое слово «отношения» у нас отношения и так далее. То есть постоянно это слово говорится, и смысл этого слова уже потеряли вообще. А я здесь показываю такую структуру, развожу эти вопросы, разделяю, показываю, что за отношения отвечает, формирование отношений отвечает мужчина, а за формирование связи в паре отвечает девушка-женщина. Это очень важно, так как часто отношениями мужчина занимается, женщина требует к себе такого-то отношения, но в то же время женщина или девушка связи не создает. А вопрос создания связи как раз и важен для мужчины, для его успешного будущего саморазвития, продвижения в будущее, для достижения каких-то целей и задач. Именно этот уровень целей и задач, который сформируется, если у нас имеются грамотные отношения и связи. Поэтому вы, парни, или вы, девчата, всегда обращайте внимание на этот уровень взаимоотношений. Когда требуйте, мотивируйте парня с помощью связи, которую вы формируете вокруг него, для того, чтобы он создавал с вами отношения. А парень, соответственно, мотивирует вас создавать связи. Но перейти на уровень задачи и цели достаточно просто. То есть эти все уровни, они не настолько взаимосвязаны друг с другом. Они могут переставляться вниз, вверх, передвигаться. Но сам принцип, что это имеются такие уровни, и вы можете на них застрять, как говорится, да, или один из ваших партнеров может застрять на этом уровне, и, соответственно, будет обвинять другого партнера в непонимании. Здесь очень много таких причинно-следственных связей в этих ситуациях, когда люди, партнеры, находятся на разных уровнях. Один находится на уровне отношений, а другой находится на уровне задачи и цели. Или вы попали на уровень близости, мужчина близости хочет, да, а девушка, женщина хочет преследовать какую-то цель свою, поставила перед собой какую-то задачу на сегодня. И эту задачу хочет, чтобы решил мужчина. А мужчина находится на уровне близости, ему нет никакого дела до этих задач и целей, да? И либо наоборот, у мужчины имеются какие-то совершенно определенные жизненные цели, и его близость не столько интересует. Его интересует взаимопомощь и поддержка женщины, девушки в части связи, формирования связи во внешнем мире, скажем так. То есть эти вопросы, такие слова, они очень такие общие, но если вы возьметесь, как говорится, за ум, как говорится, да, и начнете думать об этом конструктивно, конструктивный подход найдете у себя, и будете разделять, это очень трудно вам сделать, потому что вы находитесь внутри партнерства, да, внутри партнерства, и не видите себя со стороны, как к вам на самом деле относится ваш парень или ваша девушка, какие связи она сформировала. И мы далее, когда опускаемся на уровень близости, вы думаете, что вот эта пирамидка, она такая снизу вверх, да? Нет, она не такая простая. Я сейчас покажу вам. Вот смотрите, эта пирамидка, она кверх ногами, тут можно ее нарисовать. Вот так она рисуется. Эта пирамидка, вот так она нарисована. То есть, видите, слова вот здесь разделяются, написано связи, отношения, в большем пространстве и времени находятся. То есть больше пространства и возможностей здесь много. Ниже опускаемся, нам уже сложнее взаимодействовать с задачей и цели. Ближе задачи и цели. Противоречие возникает.
между партнерами, конкретно между мужчиной и женщиной, да, опускаемся еще ниже, где ваши находятся хотения и желания, еще ближе вы подходите друг к другу, еще больше противоречий, терок всякий, да, это я хочу, это я желаю, вот на это мы направим свои усилия, общие или индивидуальные, да, вот на это потратим наши ресурсы, мои желания или твои хотения, еще ближе. И, наконец, мы опускаемся на уровень близости, близости. Тут уже одно слово «общая близость», да? И вы входите в состояние близости, и потом из этого состояния вы выходите, соответственно. То есть, как бы, можно сказать, что в основании находится близость или на вершине находится. Потому что мы что делаем? Мы вошли в близость, и вот мы из нее выходим. Мы не туда идем обратно. Нет, ни в коем случае. Обратного хода нету. Вот так идет он. То есть мы, если мы шли отсюда вверх, сверху как бы вниз, да, шли так вот, это на плоскости мы, на одномерном таком пространстве листа нарисовано, как бы видим, что это как бы сверху вниз. Нет, если мы это же нарисуем трехмерным, то мы возьмем эту вот точку, возьмем точку и поднимем ее вверх. И получится вот такая. Вот уже такое получится. Вот здесь эта точка. Вот она точка близости. Близость вот здесь находится. Вот она, наверху. Понятно? Вот она. И мы же ее развернем вверх опять же. Вот мы развернули опять вверх пирамидку. Такую скажем, да? То есть понимаете, в чем секрет? А вот здесь мы нарисуем такую, ну, линию, да, красную эту, скажем так. То есть мы входим и выходим через близость, да? Через близость. Произошла какая-то близость, близкие отношения. Там их можно назвать партнерские, родственные, там уже эти отношения стали у вас. Или, то есть из этих отношений вы выходите уже с каким-то результатом. Этот результат, первичный результат, мы его рассматриваем как? Мы выражаем свое желание или хотение. То есть мы близко находимся еще здесь, уже как бы выходим из близости. Не сообщаем своему партнеру о том, что мы имеем какое-то желание, у нас родилось после этой близости. Или хотение. Я хочу, или я желаю. Да? Вот они. Вот сюда мы вышли. На уровень хотения, желания. Вот сюда вышли. Двигаемся. И сообщили партнеру. Как только вы сообщили партнеру, то, соответственно, у партнера возникает проблема. Перейти на уровень задачи и цели. Для этого вам надо дальше расходиться, то есть расходиться, видите, расходиться вот так. То есть, чтобы задачи и цели решать, которые возникли у вас вследствие хотений и желаний каких, да, которые, в свою очередь, возникли как результат близости вашей, да, то вам нужно расходиться. Пространство и время между вами должно все время увеличиться. То есть в пространстве мужчина должен отходить от женщины подальше, и во времени ваши свидания должны увеличивается время между свиданиями. Прямо это об этом говорит, да? Чтобы перейти на уровень задачи и цели. То есть проблема у вас возникает, когда вы говорите, я хочу, я желаю. Но на этот уровень вы не переходите, не можете перейти, потому что вы очень быстро переходите опять к уровню близости. Вот, то есть этот перечеркиваете, вот так крест стоите, если нарисовать крест, зачеркнут. Это вы зачеркиваете уровень задачи и цели. Вы на уровне хочу и желаю остаетесь. Сообщайте друг другу о хотении и желаниях. Но дальше, чтобы это нужно, необходимо пространство и время для того, чтобы были задачи, цели реализованы в этом пространстве времени. Для этого вам нужно из близости выходить дальше. То есть я еще раз повторяю, повторяться я люблю, елки-палки, потому что повторение мать учения, да? Как только вы задачи и цели начали решать, и в пространстве вы друг от друга отдалились, в близости вы тоже во времени отдалились, у вас появилась возможность здесь решения задач и целей. Видите, возможности здесь имеются. Которые эти возможности мы можем уже закрепить и оформить как связи и как отношения. Оформить мы их можем. Соответственно, мужчина будет оформлять эти достижения как отношение к вам, то есть приносить вам результат достижение целей как отношение к вам, а вы, соответственно, будете приносить ему результат выполнения каких-то задач как к связи.
эмоциональные связи, мы говорим здесь, да? А здесь чувственные отношения получаются. То есть выражение, которое вы чувствуете в себе, что к вам отношение изменилось в результате прохождения вот этих уровней близости, желаний, хотений, задачи, цели, вы перешли на отношения и связи. Здесь вы все оформляете уже. Вплоть до того, что да, документально оформляете, на бумаге можете оформлять. Либо это оформляется в форме материальной какой-то, или духовной связи, безусловно, и тому подобное, родственной связи и так далее. Тут большой пласт, огромный пласт. И здесь вы опять, между вами расстояние увеличится еще больше. То есть пространственное, физическое расстояние. И во времени вы также друг друга становится... Время свидания еще больше отдаляется, понимаете? Это не, это закон, это закон. Это вы эти законы, эти правила, вы будете когда соблюдать, когда вы увидите, это результат. Это будет ваше саморазвитие. То есть саморазвитие, это когда происходит? Когда оно независимо от вас. То есть вы начинаете расти, развиваться благодаря тому, что вы соблюдаете вот эти очень простые ступени движения. И оба партнера, и мужчина, и женщина знают об этом. Вот об этом знают. И так поэтому не спрашивают у женщины или у мужчины, а почему я вот это хочу, а ты мне вот этого не даешь. Вот здесь, понимаете, когда я вот здесь нахожусь, я хочу вот этого, вот это отношение к себе, понимаешь? Так вы вот этот уровень не прошли еще задачи и цели. Какое отношение надо оформлять, окружать тебя этим отношением, если вы не прошли уровень формирования задачи и целей общих, индивидуальных. И еще раз показываю вам эту пирамидку, вот эту. Пирамидку. Как на что она походит? Конечно, можно даже на крылья походить, да? Крылышки, вот крылышки машет, там птичка, да? Или бабочка, вот походит на крылья, походит на пирамидку. То есть, это наш сегодняшний такой урок, скажем так. Урок саморазвития и самопознания. То есть, наша задача, девушки, что сделать? Саморазвиваться вот в этом процессе, а мужчине самопознавать. Соответственно, здесь девушка что развивает у себя? Она развивает здесь способность создавать эмоциональные связи в окружающем мире мужчины, то есть вокруг мужчины создавать эмоциональные связи, благодаря которым у мужчины появится возможность реализовать отношения какое-то, понимаете, которое потом принесет, когда близость у вас... уровень в близость войдет, тогда он принесет вам плоды этих отношений и связей. И вы, соответственно, тоже принесете плоды. А у вас плоды какие могут быть? Плоды буквально рождение детей, воспитание детей. Или плоды там сочувствия, эмпатия, служение какого-то, какому-то делу, какому-то проекту и так далее. То есть это большой вопрос, большой пласт вопроса, который вы должны понимать, что он существует. И он реально вам помогает, если вы видите, как он у вас происходит на самом деле в реальности. То есть на примерах мы можем, на примерах о чем говорить можем здесь? То есть начнем с этого уровня, с этой точки, с этой вершинки, с одной стороны, да, или центра, да, уровень близости. Вы понравились друг другу, мужчина и женщина, или мужчина и женщина в соответствии молодого или зрелого возраста, возникла потребность в близости, да? В этой потребности в близости мужчине женщина может запросто отказать, да? Она его возлюбленная, она любимая, она ему может отказать в близости, когда у мужчины потребность есть. Значит, они, что происходит? Вот вывод какой? Мужчине нужна близость, женщина ему отказывает, у нее голова заболела. Но мы не будем этот уровень сейчас рассказывать, почему. Голова заболела. Но, допустим, такой пример. Мужчина, вот близость не произошла, потому что женщина вот на этом уровне не находится. Она где может находиться? Она может находиться на уровне «хочу и желаю». То есть она не дошла еще до близости, понимаете? Не дошла до близости. Мужчина говорит, она начинает ему выражать свое какое-то эмоциональное состояние, опять же, которое не реализовалось вот здесь,
эмоциональное состояние не была какая-то задача решена в этом состоянии, вот здесь не была решена. И она сюда перешла, и опять же, то есть проблема возникла, конфликт интересов, скажем так. Соответственно, здесь в свое время женщина не перетрансформировала свои эмоциональные свою в связи. А почему она это сделала? Почему она не смогла эмоциональные связи создать в окружающем мире? Да? Потому что в одном случае, к примеру, она не почувствовала в себе чувства, понимаете, чувства не почувствовала, отношения не почувствовала. И вследствие этого что произошло? Она начинает наслаждаться собственными эмоциями. То есть эти эмоции, которые необходимы, для чего эмоции человеку, отойдем маленькую сторону, эмоции, для чего женщина, такое количество эмоций, в которых она постоянно находится, не для того, чтобы получать удовлетворение от жизни, как говорят, порхать и наслаждаться жизнью. Девчата, женщины любят благодаря эмоциям, да, настроениям, перепадам, этим эмоциям, и внутри себя их держать, переварить их, и смеяться, и веселиться, или грустить там, и тому подобное. Нет, не для этого. Эмоции нужны, и чувства в том числе дальше. Чувства-то мужчина испытывает к женщине, да. Эмоции нужны, чтобы определить эмоционально состояние самооценки, понимаете? Если вы вот здесь не понимаете, не можете так себя как бы маленько более аскетично вести, более аскетично, то есть как аскетично, вот одела там более скромное платье, да, меньше внимания к себе привлекла, и отсюда ваши эмоции стали более управляемые вами, да? То есть, когда на вас обращает внимание мужчина, да, или обращает на вас общество внимание, или женщина обращает внимание на вас, или другой уровень внимания, вы всегда эмоционально начинаете на этот откликаться, заводиться, вам хорошо, вам приятно и тому подобное. Но эти эмоции предназначены были для других целей. Вы в этом состоянии внимания проявления не можете именно сделать эффективное управление своими эмоциями. А вам эмоции нужны для чего? Чтобы сделать самооценку или позволить мужчине произвести независимую оценку какого-то состояния, какого-то положения дел, какого-то предмета материального, духовного, реального, виртуального, неважно, собственных сил своих, уверенности в себе и тому подобное. Эти эмоциональные состояния необходимы для формирования эмоциональных связей, которые необходимы мужчине, понимаете, которые необходимы мужчине, и вы, дорогие женщины, очень помогаете мужчине, если вы показываете мужчине в эмоциях, показываете мужчине через эмоции, вот эти связи создаете, и показываете мужчине, что да, вот такая-то ситуация благоприятна для принятия решения, или неблагоприятная ситуация, какие-то действия произвести или поступок совершить, вы мотивируете мужчину этим эмоциональным состоянием, этими эмоциями. Вы подсказываете мужчине, как бы он вопрошает к вам, да, или что-то рассказывает вам о настоящем моменте. И он видит эмоциональный отклик от вас. Если такого эмоционального отклика нет, вы ушли в эмоции там, внутреннего такого наслаждения, эмоционального сопереживания, приятностей всяких, то, безусловно, эти эмоции мужчины никакого пользы не создадут. А когда подойдет момент близости, необходимости близости для мужчины, и вы с этого уровня не опуститесь сюда, не дойдете, вы здесь останетесь на уровне, допустим, желания и хотения, даже не подойдете к нему. И вопрос возникает, вот здесь возникает конфликт, да, конфликт. Поэтому эта программа, скажем, эта схема такая вот, она большая. Я бы хотел вам ее так передать туда, показать ее необходимость осознавания. Как вот зубы чистить, понимаете, утром умываться, утренний туалет, да. Это то же самое, все то же самое. Но это тоже важные правила и важные законы, которые необходимо понимать, что они существуют. Они никуда не денутся. Это как солнышко встает. Понимаете, как день и ночь. Это все то же самое. Но вы говорите, что у меня имеется эго, которое мной управляет. Я хочу наслаждаться, получать удовольствие. Я не хочу заниматься аскетизмом, не хочу там кушать одну кашку, да,
Мне хочется сладеньких впечатлений, сладеньких эмоций, и все это хочу оставить в себе и скушать самой. Да? Или то же самое касается мужчины. У женщины, когда возникает какая-то потребность, мужчина будет достаточно эгоистично, может поступить и оставить многое, оставить чувства свои, может оставить себе и потратить эту любовь совершенно в непредсказуемых недоразумениях. Растратить. А эти чувства необходимы также женщинам, как они также эмоции необходимы мужчинам. Так, момент. Тема у нас большая, о чем? О том, о саморазвитии, да, и о самопознании. Так вот, этот такой урок саморазвития нам необходим с целью эффективного, грамотного партнерства, чтобы вами не управляли ваши гормоны. А вы могли управлять вашими гормонами. Сами вы управляете гормонами. Не гормоны вас толкают к действиям, поступкам. Вот здесь из-за этой причины. То есть, допустим, как бы сказать-то... То есть разные уровни социального расслоения, социального устройства общества. Я наблюдаю, и вы наблюдаете. И вот в этом, на этом уровне близости часто возникают серьезные конфликты, серьезные противоречия между людьми и большие проблемы жизненные. Мы должны в первую очередь научиться выходить из близости. Многие зависимые люди в паре, мужчина и женщина, часто зависят друг от друга из-за этого состояния близости. Из-за этого состояния близости мы спим на одной кровати, как говорится, да, и это тоже не есть хорошо, да, с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. То есть мы должны уметь выходить из близости, входить в нее в близость. Не выходите из близости. Вот сегодня это я хотел вам сказать. Надеюсь, это видео будет вам полезно. До новых встреч. Подписывайтесь, лайкайте. Даже не знаю, как назвать это видео, чтобы оно ранжировалось на Ютубе. Если будете ставить лайки, может быть, его будет больше смотреть народ и будет больше понимать о сути нашей жизни. И больше будет легче будет жить, меньше будет страхов, меньше будет беспокойства, и больше будет счастья, взаимопонимания, такого взаимовыручки и в конечном итоге состояние любви, покоя и счастья. Всех вам благ. С вами был Виталий. Пока.